Такс, у нас тут КВ-44 против крепости, погнали. Постоянно забываю, то что тут нету в предыдущих сериях. Так, призраки едут вместе с подчиненными. В прошлой серии мы потеряли нашего зомби, и мы, собственно, по факту ничего не добились. Стоять. Он живой? Он живой реально? Так, дроны тут крепость строят. Ну чё там крепость? Поздоровайся с настоящей крепостью. Так. Кстати, у этого призрака инопланетянина там выкобочка на восстановление. Ну да, он же ей стрелял в КВ-44. Так. Ага. ПТСА у нас тут заняли. Еще пушка. Штука. И ИСУ-152. Ну или сушка. А, сейчас просто расходный материал пошлют. Убьют. Тик. Да, он стрелять будет. Не пробил. Ну, стрелять-то зачем-то? Он в вашей крепости все равно ничего не сделать не мог. Вот и следующий. Серьезно? Вот эти, по-моему, вот этого как раз-таки надо в первую очередь валить. Хм. Пли. Уничтожил. Но эта штука сейчас... Он еще такой радостный был. Тихо. Не пролезешь. А в робота... А-ха-ха! Неудачник! Не получится! Мне хорошо, что тут призраки, вот еще в такой форме материальные еще. Пушка, пли! Ого-го, какие тут крупнокалиберки. Давайте. Шмаляй. Конечно, в своем оборонительном режиме будет. На. Что защитный режим ему уже не так сильно спасает. Тихо. Тормоз. Пока держимся. Так, у них механизм заряжания на 3 снаряда. Пли. В лобешник продолжайте. Подпрыгнул. Ну слушайте, он же практически всего лишился. Так. Последний снаряд у этих двоих остался. На. Офигеть. КВ-44 уничтожили. Так. Отряд, выдвигаемся. Суперскоростной Шерман. Завораживающий, короче. Так, суши кота звали. На глайдере сейчас поедем. Морозим. А здесь что бы... А с этим что будем делать? За... Ускоряемся. Так, а этого как поймаете? А от этого просто сбежите? А, все, неудачник, обломись. Минус один из своих соратников. Опана. Обломись, неудачник. Так, наши летающие тарелку полетели. Еще одного экспонат в Арктику надо закинуть.
Не успел. Слишком медленно летел. Не, ну учитывая то, что у них там в команде у тех призраков есть хиллер, он, возможно, даже может восстановить корпус КВ-44, и этот призрак опять на него селится. Взрыв неба. Вторжение технодемонов. Ох, у нас, походу, будет связка основной сюжетной линии и линии с Левиафаном. И все-таки, походу, судя по названию, технодемоны будут не в единственном экземпляре. Так. Да, бадания тут были. Так. А, нас Гема приносит. Прорвали и захватили важный участок на фронте. Где? Можно рискнуть и пойти на авантюру по расширению и углублению фронта. А? Серьезно? Техпицу и Кипхриду прибыть в расположение прорыва фронта. Ага. И поддержать их в дальнейшем наступлении. Это должно полностью переломить ход событий. Будет сделано. А что с новыми будем делать? Положение на фронте очень тяжелое. Ой. Вообще, судя по всему, с самого начала она ничуть не улучшалась. Казалось бы, советы побеждают, куча немцев отлетает, их массы уничтожаются. Все равно положение тяжелое. Если не сказать критическое, нужно бросить все имеющиеся у нас силы на стабилизацию фронта. Где наши монстры? Где? Фиджерон сошел с ума и сейчас недееспособен. Ага. КВ-6 и СМК пропали. Ясно. Ну, КВ-6 стал гипносом, а СМК куда-то отправил вот этот механик. Кстати, как он сказал? Где наши монстры? Фиджерон. Сейчас. Сошел с ума и сейчас недееспособен. КВ-6 и СМК пропали. СМК. Да, помню, писали в комментариях, произносить СМК, а не СМК. Ну ладно, буду знать теперь окончательно. Монстр едет по направлению прорыва. Но она себя странно ведет. Как будто она дезориентирована. Ясно. Рата далеко и так быстро не приедет. Ясно. Морок все еще в отключке. А. И не приходит в себя. Как обычно. Получается нам неким воевать. Получается, только Рат и Артамосы остались. Получается, все. А стоп. Они ничего не сказали про вот этот вот крейсер сухопутный. Хотя, возможно, они не знают про него. Ну, как и про Фёдора и... Блин, забыл китобоя. Версия КВ-2 и ТТ-4 был. Блин, топчат их, топчат. Вот как эту бандуру так гигантскую победить? Еще вот этот вот сзади артоботу постреливает. Нет, Геракл. Я жду вторжения технодемонов. Ничего не знаю. Ай-яй-яй. Идите вон. Вон пошли. Какой он здоровый. Ну, мне кажется, как-то он уменьшился. Давай. Бегите, бегите. КВТ не успел. Капец, капец, как же плохо-то. Блин, ну как же... Они его не пробивают, они ему только каску царапают. Так, прикрытие в виде двух КВ-5 еще и... Су-150. Только Су-150 только удалось бежать. Блин. Минус Яга хотя бы. Минус вот эта вот штука какая-то. Не, ну, они так принципиально их давят. Три новых танчика. И тут небо взорвется, и вот это вот... Вот эти чучела сейчас придут тут. Так. Да уж, положение тут такое себе, такое себе. Небо краснеет. Стоп, небо краснеет. Оно буквально
Что это? Чё это за хрень? Чё? А это еще что такое? Пацаны, вам жопа! Всем! Ой. Ой, 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 ой. А вас немноговато будет? Короче, как я понимаю, мы не увидели Левиафана и вот это вот тело мимика. Но я подозреваю то, что они оба выжили. Или, возможно. И сейчас, возможно, им будущем придется объединиться, чтобы пробороть вот этих вот технодемонов. Кто же ты? Новая серия в Animation Fox'а. И неужели мы узнаем в этой серии, кто такой Белый Тигр? Неужели? Неужели теория некоторых теоретиков справится по... исполнится по поводу того, что Тигр — это последний из обугленного совета? Так. Ранее. Так, это... от совета. Сейчас. Чуть назад. Так. Сейчас... Ярости страшный враг. Ага. Его надо убрать с пути. Он может все испортить. Сейчас. Вот сейчас посмотрим. Так. Ай-яй. Все. Сейчас они его по-быстрому починят. Чик. Закручивай. Ребята, кто-то едет в нашу сторону. Кто там? А это кто такие? Где? Это наш, не беспокойся. Они свои. Скажи, кто тебя там напугал? Кто это? Я ничего не боюсь. Танки немецкие. Разведчик это. Меня. Я поеду и стукну их по башке. О, давай, хочу увидеть да, тебя в детстве. Под... Он не один там. Вообще не мог. Кстати, хорошая работа, парнишка. О, спасибо. Язык даже вытянул. Ну что ж. Ну как? Нормально. Отлично, спасибо. Князь, в твоих глазах читается нотка недоверия. Нотка недоверия. Это письмо от профессора. Так. Ты же знаешь его почерк. Кстати, мне кажется, у Фокса изменилась анимация рта. Конечно, знаю. Лейтенант Артин. Наступили тяжелые времена. Артин. Я уже забыл, как их зовут на самом деле. Ни в коем случае не возвращайтесь. Истребляйте зло. Угу. Народ не готов встретить других существ. Ясно. Других существ? Каких это? Кого вы там убиваете? Кого мы убиваем, вы никогда не встретите. Ну это да. Не встречали. Существа с других миров, значит. Ясно. Раз ты за главного, то должен обо всем знать. Спасибо, лейтенант. Ясно. Просто Артин. Артин, уже подружились. Я вылечу нашего отца. Не сомневаюсь в этом. Поеду посмотрю. Вдруг капитану нужна моя помощь. Да мне кажется, не нужна. Хорошо. У тебя как он поржал с них. Так. Нужно еще две партии детей. Вот самых... Никаких проблем. Самых и будешь добывать. Ну давай, беляшек, появлись. Появись. Когда уже начнем действовать, тьма? Никогда. Подождем, пока Левиафан не убьет Ратте. Ратте, как прикованная шестеренка в нашем мире. Чего? Он что, до сих пор сопротивляется? Не понял. Да, до него это никому не удавалось. То есть они хотели сейчас склонить Ратта на свою сторону, но в нем постоянно борется настоящий Ратта. И вот теперь они просто ждут, когда Левиафан... Пока они убивают друг друга. Опа-на! Голубчики! К вам нежданчик! Все, до свидания! О-хо-хо! Чё? Это обугленный совет, все понятно. Не, он башку пацан долбится. Так. Вот это беляшек, конечно, залетел. Да, беляшек, я его называю как Тимыч.
Просто вот это вот устрашитель там просто башкой в стену долбится. Вот этих фиолетовых вся душа повылетала. Та тьма просто свалила. Ага, это... А Хаус такой в контузиях бьется. Вот так им и надо, так им и надо. У Близдракул вышла новая серия под названием «Возвращение безумца». И по превьюхе понятно то, что вернулся наш старый добрый генерал-предатель КВ-1. Так. Прежде всего, тут они слили фан с Россией, ты теперь потерпел свое поражение. Ну и во своих репертуарах навалял и сразу же свалил. Ну он еще живой, вроде как. Так, самолеты. О, шар танки. Что делать? Нифига, сколько ремонтников. Как так? Кто это вообще был? Так, может, вы будете задавать куда более сильных му... Мне кажется, это просто факт... Кто это? Это кто? Ух, Иса в бошку. А ты откуда здесь? Уезжайте отсюда. У него что за... У него там что, электропушка? Ты еще его не признал? Ты? Ну... Призрак прошлого Рождества. А, призрак прошлого Рождества? Ну давай, мочи. Так, я не понял, что он такой бронированный? Ну, пулеметами я сомневаюсь, что ты по ним крыши 40 пробьешь. Ничего он такой бронированный, реально. И это, как обычно, чей-то сон. О, пробил наконец-то. Советская власть нагнила. Вообще-то советская власть так толком еще установиться не успела, а тут уже прогнила. Все. Та. Ну, КВШ сколько там тонн? 150? А КВ-1 сколько? 50 тонн весит? Может, в 3 раза больше. Что он там достал? Чего? А, коктейль Молотова? Давай, давай, гори, гори, ясно. Эх, не докинул. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Пушку ему ломай. И на этом его принцип управления закончится. Блин, электричество. Успел. Минус пушка. Серьезно? Он так просто с КВ-6 справляется? Чё? Ну, в затылок башни. Ну и туда тоже можно. Как он живой, у него весь корпус расковыренный. Это не робот, типа, оправдать их живучесть. И почему он такой бронированный? Мне кажется, надо было ему просто пушку ломать, и все, на этом закончилось. На, перевернулся. Блин. В окоп его загнал. Не, на... О, не вовремя сломал. На. Так, о, гусю сломал, не убежишь теперь. Ой, огнесмесь рядом. Ну все, предатель, прощай. Тебе конец. Во-во-во, вот так надо было с самого начала делать. Ты был героем. Клялся, что ты уничтожишь Германию, а не примкнешь к ней. Вот становишь баланс Союза, а не верить. Отсылка на Звездные войны. Уважение. Чего вам рак? Чё? Все, жду на него костюм Дарта Вейдера, все. А, все, он просто сдох. Серьезно? Что же стало с этим миром? О! Это
35 был доставлен в медпункт. Где ты этот голос слышал? Где же, блин, точно помню. Оказывается, все это время он был жив. Да. Что? Ты для тебя все это время был жив? Чё? Там про 35 было? Так. О, мрак! Ну, костюм Дарта Вейдера мы не увидим на нем. Что же стало с этим миром? Т-35 все-таки. Ну что ж, интересно себе получилось. Правда, так и не понял, что это КВ-1 такой бронированный и жесткий вообще был. Ладно, проехали. Поезд, танк, паровой монстр. Погнали. Так. Так, я и думал, то, что это по нему будет линия. Кто-нибудь, знаете того ученого, а? Ему просто очень везет. Рельсовый режим. Ну, как я и подумал. Если верить этой карте, мне надо проехать этот длинный участок дороги, который окружен болотом и речками по сторонам. Угу. По крайней мере, тут не должно быть блокпостов и станций. Ясно. Но тут будет один поезд. О, ВКшечка. Прием, прием. О. Обнаружил врага на южном рукаве железнодорожных путей через болото. Выслать угу. Бронепоезд на южный рукав. Ага. Понятно. О, деревушка. Сейчас как вы... А, сзади он находится. О-хо-хо. Ням. Черт, да как так они узнали, что я тут? Да, за тобой шпионят. Нифига себе, он повернулся. Так. У него одна пушка и тут пулемет есть. Да, правда, он тут бронированный. Ай. Мне не побивает. Огнемет. Я совсем чуть-чуть не достал. Все, ускоряется. Ты давай бронепоезд ему гусеницы, вот эту вот штуку сбивай. И вообще ускоряйся и тарань его. А-а-а, трупами заграждают. Чёрт! Радуйся еще. Мне кажется, трупа одного леопарда... Он даже так умеет. А у него есть вот эта вот штука. Так, ружка и леопард, давайте. С двух сторон. Ну не должно профессор так долго вести, а? Ай, минус ружка. Давай догоняй его. Ай. Надо еще другой поезд ему навстречу, чтобы его вообще раздавить. Ускоряйся, ускоряйся. Эх, почти снял. Огнемет, 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 ближе, ближе, ближе. Эх, сбил. На, поднял. Пулемет сломал. Чё ты такой беспомощный? Давай! Ещё немного, и он меня скинет. Надо что-то делать. Что-то делать. И что там? Развилка? На другую развилку сейчас перейдёшь. А, его воду от себя. Так.
И... Такс. Переключает. Вот так как повезло-то, а? Все, поезд буль-буль сделал. Это было близко. Не, ну профессор, как обычно, в своем везении тупо вывозит. На самом деле, профессор должен был давно уже гибрид прикончить. Потому что, ну не верю, то, что эта чехарага смогла от гибрида убежать. Быть злым монстром не так уж и плохо. Видимо, Сэм Карл станет злодеем. Погнали. Так, что самое интересное? Так. Ну, хоть что-то с ним произойдет, а то достал уже своим... Я хочу вернуть брата. Ну, камон, чел, это уже раздражает. Так. Разгон. Но портал закрывайся. Ага. Все. Вы здесь застряли, челики. Черт, ненавижу вас всех. Почему вы все против меня? Он ярость? Я не сдохну так просто. Я обязательно отомщу им всем. Обязательно отомстишь? Ну, не все против тебя, как бы... Ну да, по факту все. Но то, что теперь СМК тебе будет впадать в режим ярости, вот это вот уже... Чудиков мне не хватало. Чудиков. А почему вот этот говорит только о себе? Почему вот этот вот нижний постоянно молчит? На. Блин, они просто постоянно уворачиваются от их пулек. Таран! А, не. За укрытие встали. Давайте огонь на одном сконцентрируйте. Давайте. Вот так вот. Минус один. Еще. Давай. А, они тут просто... Их тут миллион будет. Вагонеткой прикрывается. Нормально так вагонетка сдерживает. Выстрелы. Давайте вот это вот уже кончайте с ним. О, вагонетка. Еще один приехал. Да их тут бесконечное количество будет. Так. Отъезжает. Так. Уклон. Ну давайте еще. Мочите. Достали еще один. Сколько их тут? Так. А это рано или поздно должны все закончиться. На. О, Сашкуница пришел. Так, а вот с этим вот будут проблемы уже. Ай. Ну да, надо бы как бы. Но так как вы выберетесь-то? Так. Ускоряйся. Чё? Дрифт. Так. О, сейчас бодаться будет, козёл. Так. Чёрт. Ух. Баднул, как баднул. Даже их развернул. О, артефакт силы. Не забыли. Он активируется в случае крайней необходимости. Не знаю, вы как еще механик что-то активировал. Господи, как они сильно там бомбят-то. Ай.
Ух. Мы просто в этом артефакте энергия закончилась. Еще раз бодаться будешь. Все. Я тут не умру. Я тут не умру. О! В этот он решил полностью в него вселиться. Опа-на. Откинул. И восстановил полностью. Опа-на. Камень-артефакт все еще рабочий. Заберем его. Ага. А куда вы его поместите-то? Сейчас еще раз бодаться будешь? А, не, уже камушек кидает. Ой-ой. Ай. Он еще жив. Он еще жив, конечно. Вы же его не добили-то. Давайте, из всех орудий. Победим же его. На. Еще ракетицу давай подрубай. Все ему, давайте, все ему отстрелите. Ай. Блин. Надо его как-то подлавлю, когда он вот так вот стоит. А то, когда он накидается, его так не пробить. Ай. Так. Что, на таран решили пойти сами? А, о, остановил. Пушку ему отстреливайте. Маски не мни. Ракетница ему в рожу. Давайте. Те СМКшки наши. Уже башню целили. О, вот так вот надо было так сразу. Так, давайте. Так. На. Ракетки. А, он даже так может. Бэ. Ой. Отходите. На. Может, вы ему этот молот ему отстрелите? Так. Ай. Еще сильнее погнули. На. О, отстрелили, хорошо. Бодаться тебе пошел. Давайте у ворот и за спину ему стреляйте. На. Давайте. Мочите козла. На. Господи, какой он живучий. А, еще и лазер погнули. Ай. Вот так вот надо было сразу делать. Но, правда, а не, все-таки еще и за спину ему заступить. Вот так вот надо ему. Давайте ему всю спину ему исцарапайте. Так. Ай. Слушайте, они так долго не поживут. Раз, два. В башенку. Ослепили. Ну давай. На таран все-таки еще пойти. На! Повалили. Все, сдох? Он свою душу в них переселил. Что это было? Почему на нас его броня? Че? Возможно, в момент опасности сработал артефакт. Но так как он был у нас, мы забрали силы для спасения монстра себе. Так мы сможем стать сильнее и отомстить всем. Серьезно, они решили просто... Ох, СМК тут решил достать главным мировым злодеем, судя по всему. Ну, после вот этих вот технодемонов. И еще... Ну, вы поняли, короче. Человечество, или, по крайней мере, я узнаю ответ на загадку. Кто ж сильнее, архангел
Люцифер и же Магдикоход Текарантир. Что, смотрим? О, да, это Белый Тигр там еще появился и там все инфаркт сделал. Ну что ж, легендарный махач, погнали. Так. Фух, так, я готов. О, хаос. Я не боюсь тебя. Чего? Он уже исчез. Я не боюсь его. А зря. Меня бросает в дрожь рядом с ним. В смысле? Мы не можем находиться рядом с ним. А. Пойми и прими свою сущность. Ты ничтожество. Чего он хотел? Он хочет, чтобы мы остановились. Это была вежливая просьба. А, вежливая просьба. Нельзя останавливаться. Мы же так близки к цели. Да ладно. Кто сказал, что мы остановимся? Он? Планы слегка изменились. Я готов к любому раскладу. Ты мой самый верный слуга. Ой. И всегда будешь моим главным воином. О, тьма. О, тьма, спасибо за комплект. Мне ничего не нужно взамен. Мы отправим их все в другой мир. В другой? В долину ужаса. Чего? Я искал туда вход, но не нашел его. Видео называется, что ли, Люцифер Карантин, а мы в итоге с хаосом отсюда. Они попадут туда по отдельности. Не найдут друг друга. Не найдут выход. Да, господи, достал уже. А тут нас уже никто не остановит. Не будет дикой охоты. Не будет Ордена Света. Все они падут перед нашим величием. Ой, какое у вас величие? У нас будут миллионы душ. Офигел совсем. Надо перехитрить судьбу. Есть одна идея. Так, вот все, махач, наконец-то. Так, стреляет пага. Нифига полетел. На! На! Нифига! Они друг друга метают. Ой! А они еще тогда еще дошли. Белый Тигр вообще... О! Они советскую подлодку разорвали. На! 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 О! Пошел! Блин, усиленный выстрел. До свидания. А! С другой стороны. Так, на том же месте оказались. Давай, Карантир. Или Люцифер. Кто... Так, давай, давайте, давайте, так. Атакует. Что это за снаряд? Какой удивительный. О-хо-хо! Земля содрогнулась. Не, что-то Карантин реально какой-то жесткий. Это он быстро свалит от падет от Люцифера, а он держится довольно неплохо. Ай. Ай. Ух, так, не пробил. О, на дыбы встали. На, на, на. Положение следует. Блин. Серия называется «Карантин против Люцифера». А в итоге мы... Больше часть серии просто слушали план тьмы и хаоса. Да уж. Двойная душа КВ-44. Танкомульт «Месть призраков». Так. Опять я про это забываю. Нету тут предыдущих сериях. Все. Так. Все, твой сосуд уничтожили. Так, а вы что тут смотрите? Так. Пушьте огонь по призракам. Так, полетел. Так. Заходим в крепость. Пусто. Так. Все чисто. Залп.
И, ну, сейчас, по логике, до вселения он должен, да, стать обычным. Опа. Угу, В жопу пошли. Огонь, огонь, огонь. Да вы издеваетесь. С Гэковым сообщением говорит все за тебя. Так, все, поехал дальше. Блин, надо от этого ремонтника как-то избавляться. Так, а чего они ждут? Возле пещеры. А, профессор тут. Они ждут новой порции вот этой вот штуки. Так, фиолетовый какой-то еще там бордовый. Тикс. 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 О, неужели? Все, обновилось. Так, что захочешь? Так, фиолетовый. Это мутаген. Вроде это владение землей, вроде как. Следующий у нас бордовый. А вот что за бордовый, я не помню. Или он был, это как раз таки заморозка. Черный. Нефти налили туда просто. Или черный уже был? Блин, не помню уже. И так много мутагенов уже запутался, были они или нет. Такс. Так. Ой. А чё, кастрюля тебе не взлетает? Чё не так? Топливо закончилось. Вообще зашибись. Так. Цело. 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 Топливо, походу, закончилось. Ну что с диагностикой? Да, вроде все нормально. Так. Но затеять не могут. Ах, вы засранцы-то какие! Подъем всей роты! Роты, стреляй в эту кастрюлю! Опа, подлетай, подлетай, подлетай. Ага. Враг обнаружен. Ай. Защита. Ох-ох-ох. Минус робот. Не...